сочинском Олимпийском парке танцуют все. Во дворце «Большой» идет международный турнир «Виват Россия». Участники борются не только за медали и кубки, но и зарабатывают очки для повышения мирового рейтинга. Свой рейтинг явно повысила и Краевая федерация танцевального спорта. Сегодня на паркете выступали дети и юниоры. О ярком турнире и особенной атмосфере за кулисами расскажет наш новый собственный корреспондент в Сочи Кристина Конограй. Впервые во дворце «Большой» аплодисменты зрителей срывают не хоккеисты, а танцоры. Вместо льда на арене паркет, и здесь вход идут уже не коньки, а каблуки. Впрочем, размах соревнований даже больше, чем олимпийский. 10 тысяч участников, только спортсменов эта площадка не видела даже на прошедших зимних играх. Каждая пара здесь отдельная команда со своей тактикой и стратегией. Самый серьезный настрой на победу даже у тех, кому едва исполнилось 5 лет. Для представителей Краснодарского края Дарьи и Сергея здесь выступать вдвойне ответственно. Они в хорошем смысле должны показать, кто на танцполе хозяин. Родные стены воодушевляют и в то же время не дают расслабиться. В этом году конкуренция высока, как никогда. Очень помогает то, что находимся мы в родном Краснодарском крае, то, что приезжают родственники, мы находимся в Олимпийской деревне, вот все очень родное, очень приятно. Уже на протяжении 8 лет Сочи собирает лучших мастеров квикстепа и джайва со всей планеты. «Виват Россия» – второй по величине международный танцевальный турнир. Проходит под патронатом Всемирной федерации танцевального спорта. И участие в нем уже считается победой. За 6 соревновательных дней судьи должны выбрать победителей в 62 возрастных и классовых категориях. Участники двоеборья выполняют сразу две программы – европейскую и латиноамериканскую. Получается, что за день эти конкурсанты выходят на паркет не менее 40 раз. За 90 секунд членам жюри необходимо оценить не только танцевальные этюды, но и в целом образ участников. Артисты в дуэте должны не просто дополнять друг друга, а вызывать такие эмоции у зрителей, чтобы глаз оторвать было невозможно. Наши критерии оценки – музыкальность, линия – это значит эстетическая форма, линия, которую показывают танцоры, техника исполнения и, конечно, эмоциональная составляющая танцоров. От накала борьбы спортсмены просто валятся с ног и засыпают прямо на трибунах. В холле дворца аромат булочек из буфета перебивает запах лака для волос. Пока одни участники колдуют над прическами и макияжем, другие примеряют наряды для будущих конкурсов. Кубанская красавица Даша в перерыве между выступлениями дает мастер-класс по танцевальной моде. Более удобный каблук, слим, потому что более устойчиво. Разрабатывалась эта модель танцорами как бы много лет. Зажигательные мелодии в Олимпийском дворце звучат с утра до позднего вечера. Итоги состязаний подведут в конце недели. Организаторы пока не знают, пройдут ли следующие танцевальные соревнования также на стадионе «Большой». Но то, что турнир, как всегда, будет большим, не сомневаются. Кристина Конограй, Александр Киреев, 9 канал, Сочи.